Всем привет, дорогие друзья, с вами Вика Лайф. И сегодня я вам покажу, как из вот этого вот дома, если кто не знает, то... У каждого есть вот такой вот дом. Он изначально у всех вот такой. Но если нажать сюда, тогда он весь очищется. Очистится. Да. И сегодня я вам покажу, как вот в таком доме чистом, уже очищенном, построить идеальный дом, чтобы он был красивым, удобным. Все можно было хорошо там сделать, продумать. Вот. Так что, если вам реально это интересно, то смотрите ролик до конца. Не забудьте поставить лайк этому видео. И если на этом... видео наберется сколько? 10 лайков, тогда я выложу продолжение. Вот. Ну или что-то другое. Типа как построить уже этот, не сам дом, а его, как, двор. Тоже это и, тоже интересно. Вот. Пока я тут говорила, я уже построила, как вы видите, дом. Я это все сейчас буду делать ковры. Какого? Давайте фиолетового цвета. Тут ковер сделаем. Сейчас. Вот так. Мне приходится мобизен этот подвигать. Так, кто не знает, я с мобизена записываю все свои ролики. Мне приходится его подвигать часто, потому что он мешается, потому что вот. Так. Да, как вы видите, я не свой скин сейчас надела, а другой скин. У своего персонажа только другой скин. Как бы. Другого персонажа, другой скин. Я не понимаю. Не знаю, как вам нормально объяснить. Так что так, да, пусть. Вот, я не умею объяснять, я знаю. Так, тут будет пусть красненький, небольшой такой. Коврик. Везде будут ковры. Ковровый дом. Бомжи. Идите ко мне, у меня много ковров. Можете на коврах спать. Вот. Я знаю, что это не смешно, но просто... Может, и смешно, может, не смешно. Я запуталась, все. У меня едет крыша. Нет, она не едет, просто... Я запуталась. Ладно. Так. Нужно тут все... Везде какие-то фонарики, что ли, расставить, что-то такое. О! Светильник Джека. Давайте сюда. Парочку. О, так тут можно разные. О, смотрите. Раз. Бэтмен. Бэтмен против Супермена. Ладно. Сюда еще парочку наставим. Так. Вот этот вот самый милый, красивый. Вот этот, который, типа... Калайни. Я сейчас про вот этот вот говорю. Вот, вы смотрите, вот. Вы смотрите на вот эту вот милоту. Господи, просто мимишная картина. Так, вот сюда. Если кто не понял, то я играю в Пунитаун на теле... Не на телефоне, а на планшете. И тут очень сложно делать дома, так что советую вам это как на компьютере делать. Ну или на чем-то таком. На ПК-версии. Да, есть ПК-версия, кто не знал. Я уже записала пару видео на ПК-версии. Одно еще даже не выложила. Но собираюсь выложить в ближайшие дни. Ну, в общем, да.
Сюда давайте еще пару фонариков наставим. Вот так. А может такие фонарики везде наставить? В принципе, такие тоже нормально. Что-то я задумалась немного. Поэтому я и не говорила несколько секунд. Ну все в порядке у меня. Все делаем. Больше света нужно, больше света нужно всю комнату, чтобы было светло. Да. Нет. О, давайте тут будет столовая. Бомжи, приходите, у меня тут жратва. Бесплатно раздаю еду бомжам. Так поровнее, стараюсь. Сейчас эти как его. Постоянно слова забываю. Господи, что со мной? Я слова постоянно забываю. Хочу что-то спросить, но не сказать, но не помню слово какое-то. А, вот, перфекционисты сейчас смотрят, ломают себе глаза от того, как я ровно поставила тут все. Да. Простите, перфекционисты, что ломаю вам зрение сейчас. Ломаю вашу перфекционическую душу. О, а тут будет у меня осень. Осенний уголок. В конце зимы осенний уголок. Браво, Вика. Идеально. Просто. Ма. Нет. Поменьше на акустику. Вот. Ну а что, красиво, по-моему, смотрится. Ну, это как бы на ваш вкус. Можете что-то сказать, чтобы вы добавили, убавили. Что можно как переставить. Поставить, переставить. Пишите в комментариях. Деревья в доме, логика. Деревья в доме. Прыв, мне деревня в доме. Не дом, а деревня. Осенняя деревня причем. Ну, мне кажется, нормально. Нет. О! Так, то есть, есть обычные. Вот. Парочку таковых поставим. Буду тут сидеть, размышлять о чем-то. Да. Будет круто. Наверное. Да. Ой, и пара светильников. И вот такой маленький еще. И у тебя мелкий. Вроде как сейчас проверю кое-что. Это не листик. О! Я светильник взяла! Печенку. Пироженки. Подарочки. Вот всякие вот. Вкусняшки могу брать. Ну, она, в общем, мы отвлеклись. Ладно, мы отвлеклись. Я нижнюю часть не буду делать, но потому что вы видите, это невозможно. Ладно. Ненавижу эти сообщения постоянные. И реклама, конечно. Ладно. Вернусь после рекламы. Аллилуйя, реклама закончилась. Продолжаем. Хм.
Ням-ням. Не то. Я думаю, как бы сделать так, чтобы было красиво. Хотя никак не будет красиво, потому что у меня руки не из того места растут. Хотя уже красиво получается. О! Вот. Идеально. Перфекто. Перфекто, блин. Я не умею говорить. Логопеды. Помогите. Ладно. Так. Вот так. Буду тут так сидеть. На чем сидеть? Вот сидеть. Не. Вот так сидеть буду и размышлять. О том, как вы... О том, как нормально, блин, построить дома. Научиться. Если вы где-то уже видели этот скин, то простите. Просто прощение от всего сердца. Хотя, кому я нужна со своими прощениями? О, вот пару подушек здесь положу. Угу. О, а тут будет моя комната. Так, сейчас вот выходим. Вот сюда. Ням-ням. О! Кресло. Какого цвета? Оранжевого давайте поставим. Вот, вот сюда. О! О! Красиво. Я считаю, красиво. Опять же, напоминаю, что если вам что-то не нравится, можете смело говорить в комментариях, что вам не нравится. Может, я что-то переделаю, хотя... Как бы вы сделали? Да, мне интересно, как бы вы сделали. Пишите в комментариях. О, тут будет столик. А вот, вот такая вот тумбочка. А тут книги. Поменьше надо. Блин, похоже, поменьше нет. Ладно, вот такой вот поставим. Я не вижу, как это смотрится. Надеюсь, хорошо. А если не хорошо, то все равно. Мне тут в реальной жизни тут так холодно, блин. Я не понимаю. Холодрыка. Ладно. О, а тут будет мини-кухня. Да. Угу. Тут будет... Так вот, и тут нужно парочку этих. О, вот, да, еды поставить. Хотя, может, отдельную. Хотя, куда тут уже, блин, комната? О, вот тут вот будет у меня вся жратва, жрачка, жрачка. Я с ума сошла. Так.
Нет, точно, у меня же есть это. Вот. Спросите, что это, а я вам отвечу. Корзинка со всякой жрачкой. Вот тут вот ее поставлю одну. Ну и тут вот. Ой, вот еще кексики. Почему это кексики? Тут вот, смотрите, верхняя. Всякие фрукты, нижняя, кексик. Все. Поэтому это и кексик. О, тут вот будет. Да блин, да что ж я такой. Аллилуйя, у меня получилось. Поставить на стол что-то. Нет, не получилось. О, а тут вот будет большая вот такая корзинка и маленькая. И вот еще корзина с корзинкой. Точнее, бочка с корзинками, да. Корзина с корзинками, блин. Ладно. О, у меня появилась идея. Как можно тут еще чуть-чуть все осветить? Хоть немножко, но хоть как-то. Хоть немножко, но хоть как-то. Что? 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 Ладно. Вот сюда еще. Обязательно сюда вот. Ну, думаю, нормально. Ребят, как вам? Пояшки, мне кажется, нравятся. А теперь убираем и смотрим. Так, спать. Спать она может вот так. Сесть. Может. Может тут. Тут сесть. Тоже может. Жрачку и подарки всякие. Может брать. Так, тут сесть. Тут сесть может. И фруктики тоже может брать. Ну и светильник Джек почитать. Может вот тут вот посидеть может. Поспать, к примеру. Вот, но не спать. Тут сесть может, а тут сесть не может. Ну, зачем? Так, тут можно взять что-то. Ой, грибочек этот. А знаете, я раньше задавалась вопросом, как они делают такие вот типа фонарики из вот этого вот алмазика и чего-то там еще, чтобы алмазик был на подвеске. А знаете как? Сейчас я вам раскрою секрет. Нам нужно помимо кристаллика еще вот этот вот. Думаю, многие уже догадались. Берем кристаллик и соединяем его. Если кто не понял, я взяла кристаллик и соединила его с этим. Вот. Готово. Теперь у нас такая красавица. Жрачку надо отсюда убрать. Может? Может. О, а тут она может так, типа, греться, типа, вот тоже. Сесть и поспать около камина. Ну, все, в общем. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. С вами была Вика Лайф. И как там тебя? Все, сейчас нашу. Погодите. Всем спасибо, что досмотрели это. Всем спасибо, что досмотрели это видео до конца. С вами была Радужка. Вот она, радужная. И Вика Лайф. Если вам понравилось это видео, поддержите его лайком. И подпишитесь на мой канал, если вам нравятся мои видео. Также пишите в комментариях, как бы вы сделали этот дом. И что бы вы сюда добавили, убрали.
как бы все сделали. Ну, и всем удачи, всем пока-пока.